Приветик, мои хорошие, с вами Оля Лигус. Новогодняя елка – неотъемлемый атрибут празднования Нового года. Вечно зеленое дерево издавна символизирует саму жизнь. Также елка считается символом вечности. На просторах интернета можно встретить огромное количество идей по созданию елки своими руками. Но сегодня предлагаю вам сделать классический вариант елочки в технике канзаши. Итак, приступаем. Вам понадобится пенопластовая основа, в моем случае ее высота 13 см, а также атласная лента, я выбрала насыщенный оттенок зеленого.
Вот и все, дорогие друзья. Елочка, сделанная своими руками, может стать отличным подарком для родных и близких. Такая стильная красавица станет достойным украшением праздничного торжества. Всем спасибо за просмотр. Желаю праздничного настроения. До новых встреч. Пока-пока.